В Кызылординской области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. А повысить показатели удалось благодаря мерам господдержки, сообщил аким области Нурлыбек Налибаев. С начала года на реализацию свыше 1500 бизнес-проектов из различных источников направлено 23 миллиарда тенге. Подробности в следующем материале. В Кызылординской области уделяется особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Так, в этом году поддержано 1700 проектов, в том числе в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Общий кредитный портфель составил 8,6 миллиардов тенге. Субсидировано 168 проектов. С этого года для повышения доходов сельского населения реализуется проект «Аула Манаты», в рамках которого в этом году предоставлен льготный кредит по 2,5% на 454 проекта на общую сумму 3 миллиарда тенге. Продолжается предоставление кредитов безвозмездных грантов по 2,5% молодежным предпринимательским инициативам. В этом году на это выделено 1,3 миллиарда тенге. Эти меры государственной поддержки будут направлены на развитие обрабатывающей промышленности. В этом году планируется реализовать 34 индустриальных проектов на общую сумму свыше 607 миллиардов тенге, что позволит обеспечить работой еще 6300 человек. С прошлого года при поддержке главы государства началось строительство Кокоральской плотины стоимостью 4,5 миллиарда тенге. Проект в следующем году полностью завершится и больше не будет угрозы разрушения плотины. Проект стоимостью свыше 215 миллиардов тенге поможет не только обеспечить качественным теплоснабжением, но и производить с избытком собственную электроэнергию. Мадина Исюмбаева, Жанна Расылханова, Информбюро, Кызылординская область.